Последние крики о помощи доносятся от ивановских СМИ и горожан. По нашей информации, полноценное строительство кафе на площади Пушкина начнется со следующей недели. От будущего общепита пока только картинка. Редактор издания «Тысячи экземпляров» Алексей Машкевич написал письмо самому губернатору с просьбой остановить строительство. Я считаю, что любая постройка на этом месте, независимо от того, будет это кафе, будет это выставочный зал, будет это концертный зал, она однозначно разрушит целостность. Вот столько лет создавали вот эту площадь, столько лет ее расчищали. Мне кажется, не для того, чтобы торговать здесь дешевыми пирогами и сосисками. Вот так вот. Я считаю, что это позор для города. Не так давно Михаил Мень остановил строительство заправки у 41-й школы. Машкевич надеется, что хотя бы губернатор вступится за зеленую зону, потому как в приоритете у городских чиновников накормить ивановцев. К тому времени, как я решил его написать, все городские власти наши, у нас обе головы, да, городские, они уже свое отношение высказали. Один сказал, что все документы соответствуют действительности, другой сказал, что горожанам пожрать тут негде. Вот. Некому больше, да, с этой точки зрения. Горожане, которых нам удалось опросить, все как один против уничтожения зеленой зоны. Но еще неиспеченные пироги уже массовая изжога. Лично я не хожу по таким заведениям. Для меня лучше зеленая, благоустроенная территория. Дело в том, что здесь очень много блоков питания, вернисаж, все вот здесь, а это лишнее. И детям здесь хорошо, и бабушки, мы сидим тут все время. А, и вот потом куда, больше некуда. Зеленых-то насаждений вообще мало осталось. В городе мало насаждений зелени. А кафе здесь так много кафе. Еще один борец за справедливость – коммунист Андрей Автанеев. Во вторник отправил обращение к руководителю региональной антимонопольной службы. Автанеев усмотрел нарушение антимонопольного и земельного законодательства при выделении администрации участка под строительство. У коммуниста возникло сомнение, проводился ли аукцион вообще. Вдруг ущемлены права других предпринимателей. Пока ясно одно – площадь Пушкина – лакомый кусок для фастфудного бизнеса. И обратно просто так его никто не отдаст. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.